Выбираем циферку 3, и, ребята, сейчас просто будет полный трэш, потому что мы взломаем игру Block Strike. Всем привет, Кент на проводе, и прямо сейчас каждый из вас может, ребята, получить совершенно бесплатно 1000 BS-коинов. Что же вам, ребят, необходимо сделать, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше? Во-первых, поставить огромный лайк. Во-вторых, подписаться на мой канал, это я от Кента ПК. И в-третьих, ребята, написать хороший комментарий. Ну что же, поехали. Прямо сейчас вы, ребята, узнаете все консольные команды, какие есть в игре Block Strike. Ну что же, давайте, ребята, для начала узнаем все доступные команды. Для этого мы заходим в консоль и пишем волшебную команду List. Ребят, данная команда нам покажет все доступные команды. Первая команда — это Quiet, это, ребята, выход. Дальше Leave Room, это тоже, ребята, выход. Game Info, давайте мы, ребята, напишем эту команду, потому что, честно говоря, я до конца не знаю, что она означает. К примеру, ребят, смотрите, я пишу эту волшебную команду, выбираем циферку 3, и, ребята, сейчас просто будет полный трэш, потому что мы взломаем игру Block Strike. К1635. Это, ребята, не пойми что, и я не знаю, черт возьми, что это такое. Ребят, это просто какой-то капец, я не понимаю, что это такое. Дальше есть еще одна прикольная команда, ребят, называется Texture Quality. Мы пишем ее, выбираем циферку 3, и, ребята, сейчас просто будет полный трэш, потому что мы взломаем игру Block Strike. Так, а ну-ка. Ребят, посмотрите, ха-ха, я в шоке. Вы просто посмотрите в глаза этому доброму парню. Он, кажется, не понимает, что происходит. Ой-ой, ребят, посмотрите, как прикольно, да? Ничего себе, слушайте, прикольная команда. Она обязательно заслуживает вашего лайка. Блин, посмотрите, какие текстуры кривые. Я просто в шоке. У меня такое ощущение, что я, ребят, вернулся примерно в 2010 год. Пипец, это просто полная жесть. Вот это да, вот это, конечно, да. Как будто я в Майнкрафт играю, но текстура персонажа, ребят, это просто полная жесть. Бедные люди, ни глаз, ни рта, вообще ничего нету. Даже текстура этой синей курточки неровно лежит. Блин, ребят, ну это жестко, это жестко. Также, смотрите, ничего себе, ребят, посмотрите, как много мне всего написало в консоль. Блин, ребят, мы взломали Block Strike, алло! Ха-ха, я просто ору. Дальше есть еще какая-то команда под названием Shift Controller. Давайте мы ее напишем. И, ребята, посмотрим, что же, черт возьми, произойдет. Я пишу циферку 1. И что-то, ребят, происходит, но я не до конца понимаю, что произошло. Алло, а что это за команда-то? Чуть, ребят, вообще не понимаю, что это такое. Ладно, давайте идти дальше. Fix Touch Look. Давайте, ребят, напишем эту волшебную команду и посмотрим, что же произойдет. Я пишу циферку 1, как обычно, потому что, ребят, кто не знает, цифра 1 это активировать, цифра 0 это деактивировать. Пишу эту команду. Ух ты, ничего себе, ребят, подождите, поменялась чувствительность. Вот это да, я в шоке, ребят. Блин, я как наркоман хожу, ой-ой, ребят. Как будто я какой-то наркоман, пипец. Так, неплохая команда, ребят, очень плохая команда. Я даже не могу ровно ходить. Блин, плохая команда. Так, и давайте, ребят, следующую команду. Это у нас Real Time Light. Давайте напишем Real Time Light и посмотрим, ребята, что же изменится. Пишу цифру 0 изначально, потом цифру 1. Кажись, ничего не поменялось. Теперь давайте цифру 1. А ну-ка. Так. Наблюдаем. Так, ребят, я чё-то не понимаю. То ли я ничего не понимаю, то ли ничего не произошло. Блин, какая-то бесполезная команда. Не, ребят, ну самая прикольная команда из списка всех этих команд, это была, ребят, команда на смену текстуры. Блин, я просто в шоке. Ребят, посмотрите. Посмотрите на лица этих людей. Их просто нету. Ну что же, в принципе, ребята, на этом все. Поставьте большой лайк, еще раз напомню. Пожалуйста, ребят, напишите ваше мнение по поводу данного видео. Напишите, пожалуйста, знали ли вы, ребят, о этих консольных командах или нет. Ну и в целом, с вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.